смотрите, фактически получилось. Понятно, что, опять же, страна, Владимир Путин борется за, опять же, ресурсы, которые есть в Сирии, за возможность продавать дальше оружие. В общем, это за рынок, ну, за ларек, да, если по-русски сказать. В результате которого так получилось, что, в общем, пока войны нет. И это отлично. Собственно, этим должен заниматься. Милиционер должен охранять нас и за это не должен получать медали, если ситуация не вышла из-под контроля, если нет форс-мажорных обстоятельств. Этим и должен заниматься Владимир Путин, президент Российской Федерации. Спасать мир от войны. У него есть такие возможности. А, соответственно, я не считаю, что нужно медаль вешать за это. Просто он может выписать себе премию, сколько они там сейчас начислили, 50 тысяч рублей. Но он хорошо день провел, он его провел. Это его обязанность, это его профессия. А, про Обаму я не могу комментировать. Мы настолько далеко от Америки, в общем, в принципе, да, с этой риторикой нынешней, вот, антиамериканской. Ну, дали и дали, и чего такого. Дали и дали. Там тоже борьба за рынки, мы же это все прекрасно понимаем. Борьба за нефть, борьба за сланец, борьба за все. Ради выживания, в общем-то, нации. Красиво. Но, наверное, подло по отношению. Вообще всякая война, конечно. Я абсолютный пацифист. Но это ужасно. И поэтому в данном случае Путин Владимир Владимирович выиграл. Но исключительно потому, что его обязанности это входит. Перевести людей через дорогу – это входит в его обязанности. Вот другой перевел через дорогу, ему премию, потому что он физик, он этим должен заниматься, а этот должен этим заниматься, и премию давать нефиг.